Нас было семеро, и все мы видели разные концертные залы, большие и маленькие. И сцены были разные по величине, от бесконечного хлебного поля до площадки кузова грузовика. Но все-таки всюду была под ногами твердая почва. А тут одна дорога на концерт. 3000 морских миль. Сцена то и дело уходит из-под ног. Концертный зал продут всеми ветрами Атлантики. А слушатели уже давно не видели дома и земли. До артистов ли им сейчас? Но все же, как всегда, третий звонок. Артист не видит себя. Точнее, он видит себя только в глазах зала. Он ждет встречи с ним и страшится их, потому что эти глаза скажут ему о нем все. Первый в нашей жизни шторм. Ох, если бы последний. Тот случай, когда кислая капуста и звук почитателей дороже цветов. Под нами 350 метров. Это не глубоко, как вы считаете? Путь от сцены к сцене лежит через океан. Такси подано.
можно писать песню о звездах, не побывав на них. Я написал немало песен о море, но мне всегда было как-то совестно, что я вот пишу о море, а в море был разве что по пояс. Гостил у рыбаков, а вот пожить вместе с ними, испытать то, что испытывают они, мне не доводилось. И все-таки именно таким я представлял себе боцмана, которому посвятил свою песню «Три закона». Профессиональный исполнитель, и пою, видимо, не очень, но иногда важен авторский контакт с залом. Был я юнгой и матросом, капитаном встал на мостик. Было в жизни все непросто, только если сердце спросит, был ли верен трем законам, вечным трем законам моря. Я отвечу, прожил честно с непогодой, всюду с моря бился с бурями, до последнего, до победного плыл до берега и не бросил в море друга, даже если было трудно. От законов тех, кто отступится на земле не раз, тот оступится, потому что три закона диктовала жизнь сама. Мы швартовались к плавучим сценам, и сцены швартовались к нам. Концерты в любое время суток, днем, вечером, и даже тогда, когда рассвет только начинался. После третьего звонка вход в зал разрешен, потому что люди шли с промысла и уходили на промысел, приходили в концерт, а уходили в море, в белое солнце. Oh!
Добрый день, Владимир Николаевич, товарищи капитаны, Федерационного совета. У порта 11.04 Калининградец по снабжению 44.26, свежье 45.68, 45.92 смотрят концерты. Геннадия Розенберга волновало, как будет звучать классика в антракте между двумя троллениями. И он с тревогой вглядывался в глаза зала, пока не убедился, что классика требует не столько канделябров и колонн, сколько отзывчивых душ и любви к прекрасному. Московский поэт Вениамин Бутенко три недели проплавал вместе с рыбаками колхоза Саркана-Бака. Если он привез с моря стихи о рыбацких письмах, значит, он знал, что щемит душу рыбака и что снится ему по ночам. И когда нет морской почты, кажется, что слишком тихо работают машины и слишком медленно бежит вода за кормой. Ну вот и в обратный путь, через Северное, Норвежское, Балтийское море. Прощай, концертный зал, самый великий из тех, где нам приходилось выступать. Мы оставляем тебе свои песни, а увозим с собой твои глаза, внимательные, добрые, строгие и чуткие, какие только бывают у твоих хозяев океана.